Сегодня СМИ сообщили печальную новость. Шмидт из сериала «Бригада» скончался от рака. Дмитрий Гуменецкий, именно так его зовут, умер еще 29 октября, но известно об этом стало только сейчас. Как выяснилось, Дмитрий Гуменецкий несколько лет боролся с онкологическим заболеванием. Несмотря на долгое лечение, справиться с недугом ему так и не удалось. Артист скончался в хосписе 29 октября. Гуменецкий прославился после того, как сыграл роль друга Саши Белого Шмидта в культовом сериале «Бригада». Работа над проектом принесла Дмитрию популярность, но закрепиться в индустрии он так и не смог. Постепенно артиста перестали приглашать в кино. Его имя вновь облетело все СМИ в 2015 году, когда выяснилось, что Гуменецкого арестовали за хранение наркотиков. Сообщалось, что в помещениях, принадлежавших мужчине, нашли 280 килограммов запрещенных веществ, которые предназначались для дальнейшего распространения. Суд вынес актеру суровый приговор – 8 лет колонии. Из исправительного учреждения Дмитрий вышел весной этого года. Причиной для условно-досрочного освобождения стали как раз проблемы со здоровьем. Гуменецкий вплотную занялся лечением, но плодов оно так и не принесло. Похороны актера состоялись 31 октября. На церемонии присутствовали только родные и близкие люди.